В жопу интро, приступим. И всем привет, дорогие друзья! Сегодня продолжаем проходить Данлайт, первую часть. Так, на... что мы делали в прошлом выпуске? Да я нихера не помню, собственно говоря, что мы делали в прошлом выпуске. Твою мать! А чё я возле них заспамнился-то? А! В прошлом выпуске мы включили электростанцию, так. Прежде чем стемнеет, там нужно вернуться в безопасную зону. Кстати, ребята, сегодня у нас 15 число. Этот ролик должен выйти 15 числа, именно сегодня. И что мне хотелось бы? Мне бы хотелось вас, ребята, поздравить всех с праздником. С церковным сегодня. Типа, зима с весной там встречается, вся фигня, типа, ежи, вся болтовня у них там, типа, говорят, какой сегодня день, таким и осень вся будет. Господи. Так, ладно, хорошо. Я вроде бил его, а убила другую. А, нет, его убила. А, обоих убила. Ладно, сейчас, короче, пойдем. Так, что нам надо? Так, хрен с ними, пойдемте дальше. Сейчас здесь резко перелезем. О, еще дебила. Фу. Так. Так, ладно, почему за него нам 50 опыта не дали? Сейчас доберемся до безопасной зоны, дальше посмотрим, что будем. Вон там, по-моему, сверху сундук есть. Все, вот так нормально. Так, понятно. Так, свободный мир у нас еще, я так понимаю, недоступен. Нам надо починить эту херню. А как нам туда забраться? По-моему, вот отсюда надо запрыгнуть. Там тоже вон в доме что-то есть. Да, вот отсюда вас запрыгнуть можно. Допрыгнуть бы, допрыгнули, зашибись четко. Так, здесь вода. Здесь у нас домашние припасы. Я думал, мука. Ну да хрен с ним так. А чё? А, да, нельзя? Я думал, можно залезть. Короче, пойдемте нас пока есть по заданию. Так, ай, на провода нельзя наступать. Так, нормально, нормально, пока мы все четко живем. Так, нам куда? Нам в безопасную зону. Так, здесь сундук есть. Что-то они какие-то туповатые стали. Ай. Ну, мимо сундучка это же грех не пройтись. О, аэрозоль. Так. Так, да соцеп... Да что ж ты делаешь-то, а? О, все, безопасная зона. Будет дальше, но не здесь. Вот она. Нормально, все, пришли. Они нихуя не дошли еще. Так, нам нужно залезть туда, залезть. О. А наебали нас, а ничего здесь нету. И здесь нихуя нет. Так, я же их залутал. Нахрена их по второму разу лутаю? Shit. Так, а здесь безопасная зона, он же не может залезть сюда. Че, вообще в доску охренел? Лазит он здесь, смотрит. Крейн, чем могу помочь? Видел тут зомби, весь зеленых волдыря. Дал веру, как только заметил меня. Ты что? Хм, боюсь, информации недостаточно, но если увидишь такое еще, дай мне знать, хорошо? Хорошо, хорошо. Нам нужно дождаться до утра. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Крейн, так, слушай, кое-что плохое, надо поговорить. Так, запись идет, это отлично. Ладно, один момент. Поговорить. Так, выберите тип игры Данлайт. Режим вне сети. Так, в сети, конечно. Так, все, да это я знаю. Так. Так, дополнительное. Ограбление. Теперь вам даст. Ну-ка, давайте-ка туда сходим. А, где это? Это что? Доступен заказ. Это что у нас за дополнительное? Что у нас вообще по заданиям есть?
Давайте сюда пойдем. Мне ж прям так любопытно стало. А, заказ внутри, я так понимаю. Наряд жертва. Так, все получили. Так, я снова хочу зайти. Я хочу задание, так, тюрьма, охрана. Что такое за ГР контент? Хильтрайн, блин. Так, тюрьма, охрана. Так, ну-ка, карта. Ага, это местоположение заказа. Так, ладно, пока мы сходим сюда. До цели у нас 307, пойдемте на 307. Там мы не пройдем, я помню. Пойдемте тогда на заказ. На заказ, пойдемте. Что там за заказ-то, интересно? Кухня и грузы. Загружен контент. Ой, сколько контента-то загружено. Что, много нового добавили, я смотрю. Раньше-то этого не было всего. Еще есть? Здесь ни хрена нету. Так, а здесь куда? Ага. 300 метров. Ладно, пока мы туда не можем пойти. Ой. Это было неприятно. Но заказ я хочу выполнить. До него 200 метров. 100 метров мы уже пробежали. Отлично. Так, отправляйтесь ко входу в подземную парковку в трущобах. Так, незаметно выполните задание в зоне карантина. Не привлекайте внимания блуждающих прыгунов. Не использовать маскировку. Что за хрень? Здесь что-нибудь есть? Здесь, собственно говоря, ни хрена нету. Я что-то чувствую, что я зря сюда сейчас шурую. Ну хоть паркур вкачаем. Так, ладно, заказ мне пока, мне кажется, рано было. Но все-таки мне кажется, стоит попробовать. Так. Лучше всего будет вот так обойти. Без всякой хероборы. О, взломать. Сука, легко порой... Взламывается сложнее, чем сложно, хотел сказать. Ладно. Две аптечки никогда лишними не будут. Так, ящик. Ящик. Что, они сегодня все в одном месте будут открываться? Я чуть не понял. Газовая труба. Во, полицейская машина. Вот это ништяк. Очень трудно. Ну прям очень трудно было. Газовый ключ. Так. Что у нас в инвентаре? Все-таки же, что мы можем сделать? Так, у нас бечевки нету. У нас лома нету. У нас нет батарейки. У нас ни херашеньки нету. Давайте вот так сделаем. Как там разобрать было? Че бросить? А. Все, понял. Вот это тоже разберем. Так, по чертежам мы ничего не можем сделать, все так же. Шокер, электротруба. У нас батареек нету. Вот это вот тоже нам надо забрать. Так, значит, вот сюда надо было чуть-чуть.
Блин, вот говорю, легкие сложнее открыть, чем трудные. Сука, одна аптечка, наебали нас. Так, ладно. Ладно, пойдемте попробуем пройти задание. Так. Так. Незаметно выполните задание в зоне карантина. А, нет, типа сюда нужно? Спайк, это Крейн. Спайк, это Крейн. Тут какое-то задание опечатано карантином. Лента означает, что... Спайк, конечно, это зона 0. Самая первая карантинная зона. Когда началась эпидемия, там собрались первые носители из всех больниц. На карантин не сработало, и теперь занято. Но там много разных полезных штук. Даже люди Раиса не сумели до них добраться. А, нахрен надо, если сложность трудна. Так, ладно, пока мисс, что у нас там? Навыки, навыки, навыки. Навыки, бег почти прокачался. По заданиям. Это загруженный контент где-то. Подземная парковка, ну-ка. Карта. А, да? Ну, давайте попробуем один раз. Я так понимаю, нам нужно сидя. Так, Е принять. А чё я пока мисс крадусь, пока мисс никого нету. Пока мисс всё окей. А их просто отпиздить нельзя всех? Понял. Здесь у нас охотник. Давайте пойдем. Пойдемте в другое место. Твою душу. Ну что ж ты делаешь? Зачем ты меня кусаешь? Уйди. Сдохни. Ой, ты что делаешь? Уйди. Я думаю, ты не станешь орать, да? Ой, ты дурак. Откуда вы стоп приходили? Уйдите. Вы мне не нравитесь. Все, я ухожу, я на вас обиделся. Так, а что мне вообще собрать-то надо? Так, они все сюда пошли, я понял. Я понял, у меня мало жизни. Мне этот нехороший человек почти все снял. А, мне вот это вот нужно собрать. Она. Так, и что я здесь найду сейчас? Охренеть, гаечный ключ нашел. Ух ты, какой ты злой. Какой сердитый. Ляж, пес. Лежать. Ты дохнуть собираешься? И эти понаперлись сюда.
Дай свалишь нахрен. Понял, нам в другую зону тогда надо. С ними вообще сейчас смысла драться нету. Так, еще один сундук. Там охотники у нас. Нам нужно... Тихо. А, вот это вот нужно забрать. Все, набор помощи чест, я понял. Так, клинок. Вот, набор помощи чест. Все, я понял, как здесь нам проходить. Так, там. Там у нас охотник. Нам нельзя привлекать его внимание. На этих овощей хрен с ними. Так, мы пока вот здесь обойдем. Да ты что делаешь-то, а? Я вот хотел перепрыгнуть, он взял и просто посмотрел на него. Открываем. Да свали нахрен. Быстрее открывай. Так, там... Уйди. Уйди, не лезь не в свое дело. Уйди. Там у нас охотник. Где у нас охотник? Он бежит сюда. Да ну нахрен. Так, нам не нужно. Нам нужно вернуться обратно. На этих овощей... На этих овощей, блин, хрен с ними. Так, там у нас есть охотник. Да ёп... Тык-дык-тык-дык. Этот у нас там застрял, да? Заебись, конечно, он умеет застревать где нужно. Но как мне собрать-то последние два? Здесь у нас нельзя открыть. Уйди. Уйди, не мешай. Валим, 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 валим. Ибо нам хана будет. В принципе, что мешает мне его запиздить? Собственно говоря, ничего, но почему-то задание написано то, что мне нужно скрыто. Так, ладно, он идет сюда. Ну, ты мудозвон, конечно. Все, зашибись. Уйди, не цепляй меня, не лапай. Не для тебя цветочек рос. Сука, вылез. А его нельзя скрытно грохнуть? Матерь Божья! Нам пизда. Да уйдите вы. Твою душу. Да сядь же ты. Он в другую сторону смотрит. Здесь где? Где? Понял где. Здесь? Уйди, ты меня не видишь. Ты меня не видишь, уйди. Забудь про меня. Все, меня здесь не было. А что-то реально прикола не понял. Ладно, нагрел он нормально. Ой, не фартануло, не повезло, не фартануло. Сейчас, сейчас снова попробуем. Или не будем пробовать. А, осталось две, да? Так, да, две осталось. Не выебывайся. Здесь он воздействие, все, я понял. Набор взяли. Остался последний. А вот здесь вот он, твою душу, где? Мне срочно нужен... О, у меня есть очко навыка. Так, это у нас что?
А, подробно. Так, это хрень. Это подкат. Подкат нам пока больше нужен. Но что сейчас было бы нужнее, так это перепрыгивать через зомби. Ага, этот... Ой, билятушки. Беляши несчастные. Ой, иди, мудак. Что ты, сука, здесь остал? Хули ты разорался? Наебал красиво. Да ты, сука, ты что цепляешься? Ты что, охренел? Матерь Божья, здесь оно где? Я не пойму, где? Вот, я пришел. А нахера сирена? Первый. Свали, нахрен, ты мне не интересен. Я с тобой развожусь. Я подаю на развод. Так, ладно. Так, уйди, ты тоже меня не видишь. Я тебе не разрешаю меня видеть. Все, идите в жопу, как вы меня достали. Все, сидите там, дебилы. А что мне А, они пустые. Я уже хотел заматериться, твою душу. Так, нам нужно поговорить со Спайком. Я закончил работу для Спайка. Надеюсь, этого будет достаточно. Да? Все, поговори со Спайком. Так, собери 50 наборов. Иси. Ты что такой умный? Двери ломаешь, твою мать. И кто-то делал. О, металлическая деталька. Блин, и залутать-то нечего. Мусорки, ладно, ладно, так, что у нас по заданию? По заданиям, так, ладно, пока мись. В смысле? Я же ее только что исследовал. А я что-то прикола не понял. Что, типа, еще раз? А в чем прикол? Я же собрал вроде бы как. Ну давайте сейчас быстро еще раз пробежимся. Все на тех же местах лежит. Это баг или прикол? Это баг или фича? Вот здесь, по-моему, он вот тут был. Нет, не тут. Здесь мы делаем вот так. Здесь вот тут в белой. Уйди. Уйди. Чё? Подожди, а здесь я где я забыл? Может, в этой? Не, нихера пластик. Ладно, пойдемте туда, сходим. Сходим до последней. Снова та же фича происходит. Не баха фича. Так, камень не дебил, туда идут. Я заберу вас здесь. А. О, ты не ты! Ты что делаешь? Твою мать, я нажимал их пинать. Все, ты меня не увидел. Забудь. Если увидел, то забудь. Так, здесь еще один кретин. А, у нас все, у нас только одна точка осталась.
Так, здесь два кретина. Значит, я могу отсюда пройти. По крайней мере, я так думаю. Забудь, что ты видел. Забудь. Тебе показалось. Ты просто не выспался. Такое бывает. У тебя переутомление. Все, нормально, можно открывать. А, это или это типа квест такой, типа собери 50 наборов реквизиции. Забудь, отпусти и забудь. Все, я ушел, нахрен вы мне не нужны. Дебилы несчастные. Только палку в вас зря сломал свою. Ладно, я понял. Понял, это бесполезно, мы собрали 10 штук. Я закончу, надеюсь, так этого будет достаточно. Это все уже было, так что пойдемте дальше. Так, у нас сейчас что так? Задание. Пока у нас какой-то загруженный контент. Пока мы пойдемте на основной. На основной. Пробежим основное. Опять этот дебил выламывает дверь. Такое ощущение, что какое-то дежавю это было. Так, ладно. Ладно. 500 метров идти. Охренеть, что так много? Открываем дверь. Здесь халва. Ля, халвы захотелось, сука. Я так халву люблю. Ребята, вы не представляете. Так, у нас где-то здесь кладовщик есть. А, или это ему типа... Ладно. Так, две ментовские машины. Их должно быть можно открыть. Не, нельзя? Ну и хрен с ним. Так, здесь они убийца нам нужно. Сейчас вот так по железной дороге, по контейнерам побежим, как паркурщики настоящие. Уи. А я вроде подкат сделал, а он не сделался. Мы будем бегать по контейнерам. Это самый ништяк вариант. Да, если бы я еще допрыгал бы порой нормально, было бы вообще шикарно. Все нормально. Нормально, живем. Так, поговори со Спайком. Со Спайком нужно поговорить. А, да? Он не может так быстро сделать. Ой, сейчас поговорим со Спайком. Скажем, гони, сука. А, сначала мы зайдем до кладовщика. До кладовщика нам нужно. А где Спайк? А почему он на улице делает, а не в здании? А я не понял вот это вот прикола вот это вот. Почему он это на улице? Он же должен быть в здании. Ну ладно. Пошариться решил ему дозвон, я так понимаю. Так было эпичнее, так было... А, вот оно что. Вот с каким Спайком надо было поговорить. Ну давай поговорим с тобой. Крин, прежде чем перейти к делу, ты отлично справился. С этого момента, если тебе что-то надо, заходи ко мне. И для начала, вот ультрафиолетовый фонарь и пульт. Увидишь прыгунов, ослепли ультрафиолетом или замени ловушку и включи ее пультом. Ясно? Ясно. Отлично, а теперь главное. Затея Брейкена все-таки провалилась. Черт, само-то что, дожив. Но тебе нужно вернуться в башню. Джейд созывает всех разведчиков, значит и тебя. О, мы апнули уровень. А тебе что, можно это сбагрить? Еще сколько мне опыта дают? О, 15. У-ху-ху. Я смотрю, 5-й уровень уже прокрафтил, нормально. Так, это у нас что? Вот это вот нам необходимо. Нам жизненно важно. Так, это научить готовить усиленные из растений. Вы сможете сражаться без устали и бегать. Усилители. Усилители, это у нас что? Так, научитесь улучшать
Собирать предметы, создавать больше предметов из тех же материалов. Вот это вот тоже нам нужно. Там сюрикен. Научись создавать сюрикены с тремя дополнительными эффектами. Так, замораживайся нахрен. Научись лучше торговаться. Цену в магазине ниже. Давайте вот это. Порой травку нужно собирать. Так, чертежи. Шокер. Ой, мачете, оружие какое-то нужно там. Так. Так. Констебль, полицейская дубинка, лом. В принципе, мы ничего не можем сделать. Ой, что я сделал? А. Оружие, улучшение машины, чертежи разработчиков, полезные вещи. Так, все, вот. Давайте отмычку одну создадим. Я думаю, нам больше пока ничего не нужно. Так. Ракеты. Зачем ракеты? Так, стрелы. Дубина. Ночной налетчик. Вот это. Да я хочу сделать. Так, дубина ночного налетчика. Нормально так. Катану можно? Катану нельзя. Мне катану запрещают делать. Но я хочу катану. Так, обычный болт. Защитник. А газа, что когда? Викинг убирает. А, это щит. Херо здесь, конечно, добавили чего. Я что-то не помню такого всего. Я когда первый раз проходил. Полицейской дубинки, сука, нету у нас. Такого не было, но я проходил, когда она еще вышла только. Так, ладно. Так, нам нужно в инвентаре, да, поставить ее. Инвентарь. А, она уже с эффектами. Все, понял. Ночной налетчик, значит, отличная вещь. Так, значит, там. Так, паркур, паркур, бег, бег, паркур. Так, доложить ВГМ. Ну что, крысы, чтоб что-то докладывать? Сейчас доложим, что все отлично. Ой, зацепись, ты дурачок, ты что ты делаешь, да? Ладно, блядь, а, нормально. Говори. Возможно, я скоро встречусь с лидером башни. Приятно. Установи его личность и немедленно свяжись с нами. Приятно, блин. Они хоть что-то сделали. Сидят там у себя в офисе, суки. Давайте еще паркур попробуем пробежать все-таки. Так. Мне бы, блин, навык перепрыгивать через зомби было бы отлично. Так, он, по-моему, вот... Да, вот здесь вот он. Еле-еле до него допрыгнул-то. Так, испытание. Все, следующая страница. Все. Эскейт закрыть. Так. Награда. Доберитесь до финиша как можно быстрее. Так, использовать. Кошку не разрешается. Так, была у меня это еще кошка. Так. 3, 2, 1. Так, сейчас на фонарь. Да, на фонарь. Так, нормально. А дальше куда? Дальше вон туда. А дальше вот сюда. Так, ладно, дальше куда? Блин, знаете, легче было бы, если был бы маршрут нормальный. А так хрен пойми, знаете, куда бежать-то, а? Так, здесь она машину. Так, куда? Куда, сюда? Теперь куда? Почему не отмечается следующая точка, куда бежать? Я вот это вот прям пипец не понимаю. Если бы она отмечалась, было бы намного проще. А так я в душе не знаю, куда я бегу. Зачем бегу, главное? Куда я бегу? Ладно, я хочу опыт получить. Но, сука, ты ж следующую точку-то можешь обозначить. Я ж тебе... Не пес, понимаешь? Чтоб вот так вот бегать. Так, все, там на крыше. Понял. Так. Теперь куда? Теперь снова в ту сторону. Ага, здесь еще и зомби мешаться будут, да? Ой, ты блях, ты ж муха.
И они теперь за мной еще гнаться будут, да? Накаляют обстановку, гнида. Так, давайте. А где? Куда? А как мне туда допрыгнуть? Я не понял. Я не понял, а как мне туда запрыгнуть-то? Серьезно? Походите-ка. Если он так не запрыгнет... Да не кусайся ты! И уйди в жопу. Так, ладно. Ладно, сейчас будет побыстрее. Давайте еще раз. Да все, я понял, что я проиграл. Все, е принять. Так, сейчас нам вот сюда надо будет. Здесь вот так вот вроде бы делаем. Так, сюда. Сюда я порой там затупил немножко, очень сильно протупил, короче. Из-за того, что я не знал просто, куда бежать. Так, вот здесь вот так все отлично. Там еще двух дебилов, блин, этих подогнали. Вова здесь вот сразу, не тупя. Так, а здесь я забыл, куда дальше. Здесь точно, здесь все вспомнил. Вспомнил. Так. Так, сейчас сюда. Так, сюда нам надо. Так, сюда. Так, нормально, сюда. Все четко идем. Четко покамись. Сюда. Я так понимаю, вот здесь вот сюда. Я забыл уже куда. И вот она, да. Все, едем. Так, сюда. Здесь вот сюда. Так, по-любому бы он на нее не запрыгнул, я же это знаю. Вот здесь вот сюда. Да, зацепись туда. Ты меня так не пугай, да? Все, вот эти козлы, короче. Вот это вот сломается. В принципе... Ну что ж ты делаешь, ой. Так, ладно. Сюда. 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 Понял, сейчас, я так понял, сейчас на вот этот ящик нужно, да? Ой, ты, тише, успокойся, не бухуй. Да, вот, все, угадал. Вот, угадал, теперь я нам куда? Теперь нам не сюда. Теперь нам... Нам. Вот вы... Ладно, хрен с ним, пусть идет в жопу. Не хочу ее проходить. Не нравится она мне. Там еще 6 точек осталось, блин. Так. Ну, пока мы наверх залезем. Так, здесь у нас что? О. Что это такое? Хелтран. К этому заброшенному храму вас привело слухи о богатстве. Внутри него, так не понял. А что это за хрень-то? Да Хелтран. Ключ, камни, так, чего? Постамент с первым ключом. А, мне сюда? А это выход, да? А чё это за Хелдран? Ой, пацаны, полегче. Я знаю, что ты рядом. Люций? Типа Люцифер? Да хуя себе. А может кто-нибудь что-нибудь объяснить? О, качалка. О! Катана. Меч. Ага, ладно. Так, Люций, ты ищешь сокровища, знай. До тебя были и другие. Да вообще посрать. Я сокровище, да, еще? Ну, нормально. Тихо. Я вас всех порешаю. Тихо.
Красиво, но не в того, конечно. Хуртра. Вау. Конечно, новый режим, это круто. Я тебя откинаю. Ну пока есть обычные овощи, ничего такого в них нету. Чего? Что это такое? А что я собрал-то? Ой, ёб твою душу. Что за сатанинские обряды здесь проходят? Так, здесь тоже нужно обыскать. Что за сатанинские обряды? Так, ладно, я нашел меч. Я все-таки нашел меч. Так, дальше нам куда? Здесь есть сундучок, но мы сюда не можем. Здесь у нас ничего нету. Так, там кто-то. Там кто-то с цепями шаркает, пацаны. Ребятушки. Ты чё, бессмертным себя почувствовал? А ты... Ты там откуда вылез, эй? Мультозвончик. Да какой же ты козёл. Тупо заблокировал все его удары. Ладно. Сокровища. Так, я понимаю, что у нас здесь... Это что такое за вещь? Ладно. Я понял, но я пока не подерусь с клинком. Мне с клинком куда спокойнее. Так, он здесь что-то охранял. Там я не знаю, что у нас. О, еще один клин. Гнилой клинок. Ладно, понял. А вот здесь у нас что? Подожди. Ага. А, там рычаг. Так, я понял. Честно говоря, эту хрень я вижу впервые, на полном серьезе. Так, бегунок. Нормально. Пацаны, полегче, полегче. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, успокойтесь. Ты меня ударил? Что они жесткие немного были. Ага. Понял. Здесь я пью какое-то зелье. Так. А что у меня вообще к метательному оружию? Это что? Зелье выносливости. Зелье скорости. Все, понял. Так, у нас есть что еще? Что у нас по зелье? Зелье скорости... Слинная фляга. Ладно, понял, камень. Так, короче. Вот этих овощей мы можем как обычно уделать. Так, раз. 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 Два. Так, ладно. Этот овощ вообще упал. Короче, когда эти пацаны побегут. Опять зеленые мудозвоны. Книлок. Гинли, или как он называется? 240-234. У нас вот 234. Давайте вот это возьмем. На 6 единиц урона побольше все-таки. Вот, целительное зелье, зашибись. Четко. Я, честно говоря, вообще хрен знает, зачем сюда зашел. Но я сюда зашел. А если я сюда зашел, то я сюда зашел. Так, пока мы с ним будем трогать рычаг. Нужно все облутать. А здесь ничего нету. Вот сундучок еще. Еще один сундучок. О, даже так. Вот это вот надо нам разобрать. И расчленитель взять.
Так, у расчленителя у нас сколько? 405 урона, у этого 353. Короче, на зеленых бегунов нужно будет использовать расчленитель. Его нельзя сломать. Ладно, я понял. Там дырки нигде нет, значит идем туда. Так, покамись вот этим вот, пока ничего серьезного нету. Опять какой-то портал сатаны. Опа, на это я понимаю серьезно. Или овощ. Или серьезно. Оп, пацаны, полегче. Да тихо, уйди, что уйди. Что это за олень? Я, конечно, хрен его знает. Все, нормально, башка отлетела. Башка отлетела, значит, нормально. 258. Вот ты, блин, ты еще один там идет. А я чуть не обосрался. Нельзя ж так пугать. 255, 256. Так, давайте я вас обыщу. Клинки я ваши подбирать не буду. Или хотя почему не буду? Буду. Сейчас так сделаю. Обычные. Разберу. Потому что мало ли. Вот этот вот возьму. Так, этот у нас еще 258, 258. Тоже вот этот возьму вот так. Вот так будет нормальный. Уху-ху-ху-ху. А я на полном серьезе, я раньше-то никогда не проходил. Так, ладно. Я ощущаю тебя, душу воина. Может, тебя я и жду. Это был вопрос. А что я вообще здесь забыл? Так, там мудозвон идет. Стой, не бей! Все, они отлетели, да? Бегуны отлетели. Меня закрыли, пацаны, успокойтесь, разойдись, народ, жопа горит, жопе больно. Так, давайте бегунами сначала. Так, минус один. Так, все, успокойтесь, пацаны, успокойтесь. Да какой... Надо валить. Надо сбежать. Так, тихо. А? Ой, блядушки, что я наделал-то, а? Я думал, это просто ваза, я думал, она даже... Там ничего особого не будет, она как взорвалась. Ребята, я честно не в курсе был. Нормально, два оглушения. Все. Тихо, нам надо спокойно облутаться. И найти хил. Зелье силы. Кислотная фляга. Это что, он типа... Да, это типа кидаться. Все, я понял. Так, нормально. У меня есть неиспользованные очки навыка. Так, это что? Ваше тело становится крепче и может выдержать больше урона. Давайте вот это вот. Твою душу. Что за нахрен происходит?
Откуда у меня аптечка? А у меня была аптечка. Выполнить задание Хайрул, вы получите мощный лук. А у меня была аптечка? А где ее, когда нашел? Да! Так, подожди. Так, да беги, беги, беги. Хочешь жить, беги. Ой, 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 ой. Так, ладно, я отравился. Понял. Хуя ты волшебник, однако. Гнида ты, а не волшебник. Так, навыки. Это что у нас? Так, вы лучше сражаетесь, у вас увеличивается выносливость и появляются новые боевые способности. Так, ладно. По врагам оружия, так. Сильно так. Ладно, вот это вот. Покупаем. Так, пока мне ничего не будем делать. Пока мне нужно просто залутаться. Целительные зелья? А из кого они так повыпадали-то? Так, мы клинки не будем собирать. Че, меч разработчика? Или я неправильно прочитал? А, меч... Меч разбойника. Хера у него урон. 405. Давайте-ка его, конечно, возьмем. Все нормально. Так, целительное зелье. Здесь вот полно всего, я как дебил. Бегаю от них, слоняюсь, блин. А, из них тоже выполняется? Ништяк. Нормально, сейчас нам нужно первый этаж залутать нормально. А, можно как-нибудь аккуратно положить? Фу. А то сейчас как ебануло бы. Пусто. В смысле пусто. Зелье выносливости. Здесь вон еще есть какое-то зелье. Зелье выносливости. Целительное зелье. Так, мне теперь менее страшно стало. Так, давайте-ка. Камень, ладно, хрен с ним, вот сюда спрыгнем, вот так. А, там дальше еще дверь есть. Понял. Сейчас зайдем. Вот это вот. Дебила. Убьем. О, что там? Инвентарь, что у него по урону у этого? Зловещий скипетр. Зловещий скипетр, 353. 255. Ну давайте на новый освежимся. Так, ладно. Здесь мы куда поднимемся? Здесь мы вернемся. Так, надо первый этаж хорошо залутать. Вот эти вот бегуны, сволочи опасные. Понял, на втором этаже нам нужно просто активировать. Я, может, что где пропустил-то? Все, нигде, значит, активируем. Нормально. Вот это собираем. Вот это тоже собираем. Вот, целительное зелье, целительное зелье. Хилки, судя по всему. Так, где зелье силы? Вот оно.
Все, ворота открылись. Так, там, судя по всему, бегуны будут, поэтому я сделаю вот так, выпью зелье силы и как раз херачу всех бегунов к херам собачьим. Или здесь бегунов не будет? Пока есть только два овоща. Так, ладно, нормально. Два овоща только. Здесь дверь направо открыта. Здесь два сундука. Это милое дело. А для чего эти монетки я вообще собираю? Пояснительную бригаду мне. Иу, какой урон. 258. Вот это вот мы будем использовать на серьезных противников. Пока мы свой светильник оставим. Меч можно будет тоже использовать на всяких малососов. Бегунов. А вот легендарная. Так, там до хрена врагов, я так понял, да? Так, так что возьмем клинок. Все нормально? Живой еще. Давай, восстанавливай. Все нормально. Повышен уровень. А это что такое? Он навык есть? Бродяга. Клинок глиня. Ладно. Ладно. Так, мы пока сейчас все. Найдите постамент с первым ключ камнем. Первый ключ камень. Так. Так, окей, а где мне его найти? Где мне найти этот ключ камень? Так, фляга. Слава богу, этих странных бегунов здесь и не было. А то они пипец выматывают. Так, хилочка. Так, ладно. Ладно, здесь нету. Так, вот что-то можно... Как-то, чтоб я что-то пропустил. Все нормально. Все, пусть лежат. Новый скрытый контент. Целебное зелье. Так, хилками нас запасают прям пипец. И это хорошо, это может порадовать. А что там у нас вообще по времени в записи идет? Запись уже 58 минут. Охренеть, конечно, время летит. Так, так. Здесь у нас ничего нету. Здесь у нас пусто было. Здесь я понял, что нам нужно делать. Но здесь догадаться несложно было. Так, цик-цик, спать делаем ему. О, снова целительное зелье. Так. В соседнюю комнату, значит, нам тоже надо зайти. Все, зашибись. Опа-на. Так, ладно, у меня клинок. Ага. Понял. Здесь, значит, к нам сейчас бегун бежит. Хрена они в ответ лупашат. Прям пипец бодро. Я прям хереюсь с них. Ты ему даешь, а ему похрен, он замахивается. Так. Еще один, что ли?
О, красиво. Добегался мне тоже. Тьфу, бегун еще называется. Разбежался, споткнулся и упал. Мудозвон несчастный. Мы здесь не одни. Она все знает. Осторожно. Так, Люций, братан, кто такая она? Что она знает? Что ей надо от меня? Меня, походу, нереально вставило. Судя по всему. Ой, ты что? Вот для чего нам нужно было легендарное оружие. Так, ладно. Пьем зелье силы. Так, ладно, ловкость. Он, в принципе, не особый такой, но... Ух ты, блин, какой. Так, ладно. Вставай, братан, вставай. Беги, 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 беги. Хилочку. Новое зелье. Давай, мне нужно просто так скриншот поймать тебя. Ой, вернись. Так, ладно. Так, тихо, успокойся. Так, хилочку. Во. О, 750 очков ожидали опыта. Ни хрена себе, конечно, босс был. Блин, это зачетно не придумали. От него я и поставлю на превьюшечку. Так, ладно, пока мы возьмем клинок. Зря, да, выпил. Задели силы, зря. Тупо ваншот. Тупо два ваншота. Ладно, зелье силы делает свое дело. Так, мы пройдем и закончим, я думаю. Так, ладно. Там нам долго еще проходить? Хеллрайт. Ух ты, ё-моё. Так. Нам туда надо, да? Так, гнилой меч нам не нужен. А, вот. Чё я туплю? Первый ключ. Камень. Первый из ключей у тебя. Если найдешь еще два, считай, что сокровище твое. Так, ага. Так, забирай первый ключ. Найди. Поставим со своим ключ-камнем. Не понял. Так, ладно, пожалуй, на этом закончим. А в следующем выпуске мы продолжаем собирать следующие ключи. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пацаны. Here we go.